которую я помню. Я не помню, где есть. Надо подумать. Что-то не думается, но... По-моему, рядом с Торосом была статуя, но... Проблема в том, что я не помню, где находится Торос. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Артея нет, Гильдер нет, Гота... Гота может быть. Сейчас посмотрю по карте еще. В Трелисе... По-моему, был этот. Вот она, да. Беллер! Ох, 7500, но это того стоит, наверное. Сколько у нас денежек? 1000, о, как много. И сколько одно заклинание стоит? 90 мана, офигенно. То есть ты разочек заюзал, маны не стало. Ну ладно. Оставь меня в покое. Ладно, в Монтеро лучше побежим от Готы. Оттуда ближе бежать. Так что тут без вариантов. Надо бы посмотреть, каким говном этот посох стреляет магически. Может, он не так и плох. Так, ладно, деревянный щит, это, конечно, хорошо. Но нам нужно быстренько бежать. Кстати, видимо, отсюда придется в Фаринг идти. Потому что других вариантов я не вижу, как к нему попасть. Но это после того, как мы вот эти два города обойдем. И тогда, можно сказать, серединное королевство Миртаны будет, ну, не закончено, но, во всяком случае, большая часть обойдена. Надо найти каких-нибудь сильных врагов, чтобы проверить, как будет демон вообще служить нам. Кстати, по поводу... мешков с, ну, этими, как их, семенами, овсом, я не помню чем. А, тут их можно собирать по всей этой веселой ферме. Ну, конечно, их тут не столько, сколько нам нужно, что печально. Вообще, можно было бы поспать, наверное, но уже светлее, так что... Пока добежим до города, оно и совсем светло станет. Так, теперь самое сложное — найти эти мешки тут. Они явно тут были, я помню. 1, 2, 3. Все-таки мне это очень и очень не нравится. Так, 5. Я не помню, сколько надо. 6, 7, 8, 9. По-моему, надо 15, но тут может быть 10 максимум, вообще, наверное, 9. И... я не знаю, где настать еще, но это не важно, это такой квест. Осмотрюсь, конечно, еще, мало ли. Вот еще один. Но это 10, а надо много, больше.
мне кажется. Так, вот посмотрим. Так, это у нас типа мельница, задание. Вот они пошли. Ну, тут, конечно, есть воры зерна, но вообще 15 мешков. У нас сейчас 10, то есть еще 5 надо, и я не знаю, где эти воры зерна. Возможно, если мы найдем воров зерна, то и будет 15. А с молоком я вообще не знаю, где их доставать. Можно, конечно, прочитать. Там более подробно же всегда пишут. Например... 5 бочонков молока западной фермы. Западная ферма. Вот я не представляю, где западная ферма тут находится. То есть я знаю, вот эта ферма есть. Тут есть коровки. Но как такового молока... Как, например, мешков с зерном. Тут нету и... А, подождите. О, нашлись. 2, 3. Ну и где взять еще 2, 4, 5. Замечательно. Хоть что-то. Эти орки тут делают. Точнее, один орк. Разведчик. А, да, шкатулка же еще. Я ее не выполнил. Сейчас выполним. Тут недалеко бежать. Скажу честно, я немножко, ну, побегал, мне надо было... Я узнал, где находится... О, еще одна статуя Белера. Узнал, где можно прокачивать максимальную ману. Ну, не максимальную ману, чтобы она регенерировалась. И отправился в этот город, Венгард. И там и правда есть маг, который может этому научить. Ну, вообще, 3 мага есть, которые могут научить, но это мне показалось самое легкое будет... И да, я туда отправился, и там можно прокачать, но нужно, опять же, как я говорил, 150 этого, ну как ее, древних знаний, и... В целом-то прокачаем, это не проблема, но то, что 250, я просто нигде не видел этого до того, потом такой 250, думаю, о, блин. Просто невнимательно смотрел. Там, конечно, написано под каждое умение, сколько чего надо. Но я думал, 200 будет хватать, а там 250. Я такой, оп-оп-оп. Не повезло. Плюс нам еще надо посох у кого-то прокачать на 3 уровень. Так, сейчас отдадим на шкатулку. Вот твоя старая золотая шкатулка. Она лежала на западной дороге вместе со всем твоим хламом. Но это нам не прибавляет репутации города. Только ассасина. Я щедро вознагражу тебя, мой бледнолицый друг. Покажи мне свой товар. Эх, табличек нету. Жалко. Но у него есть посох мага, который тоже к защите. Стоит дофига, и вряд ли мы его будем покупать. Хоть немножко денег заработаем, это... Ну, хотя он нам 1000 дал, это уже классно. Так, теперь где-то тут был вот этот вот парень. Бочонки я, кстати, не находил. Вот твои бочонки с молоком. Ты просто молодец. Я знаю. Ну что ж, вот твое жалование. Ну, пшеницы нам не хватает. Хорошо, но мне нужно 15 мешков. Иди и принеси остальные. Попроверяем, может, у кого сера будет или что-то. Вообще они не алхимики, вряд ли она будет. Может, у алхимиков и есть. Но тоже хз. Теперь по поводу... А, все, вспомнил.
Сейчас мы выполним еще одно задание. Но странно, у меня выполнилось, но выполнилось. И будет еще хуже. Помните, я говорил про одного из рабов, которому нечего дать? Он в целом может поделиться полезной информацией, если уже в этот момент к нему подойти. Мне, да? Еще чего доброго, чокну здесь. Что ты мне дашь, если я тебя вытащу отсюда? Ах, да ведь у меня ничего нет. Что тебе дать? Расскажи мне что-нибудь о твоем надзирателе Брэдли. Брэдли крутит в этом лагере свои грязные делишки. Всякий раб хочет вырваться отсюда и попасть на фермы. Никто не хочет работать здесь. У Брэдли есть такой список. Тот, чье имя стоит в списке Брэдли, в самом верху, отправляется на некоторое время на одну из ферм. Этот ублюдок требует, чтобы мы ему платили, чтобы попасть вверх списка. Понимаю. Ну вот, теперь мы отправимся... Не помню, как зовут чувака, который хотел узнать, как к нему относятся в лагере. Главный, в общем-то. А, точно, раз мы здесь находимся, сейчас мы еще и руну найдем. Если я, конечно... Правильно думаю, где она. Нам нужна заброшенная хижина напротив хижины надзирателя, но... Ну, или не надзирателя, я не помню, как его зовут. Так, 9. Что у тебя вообще есть? Бутылка. Ну вот, например. Это... Хижина Марика напротив. Очень похожа на разваленную хижину. Я сделаю сохранение и проверю. Может быть, правда... А, вот она. Вижу. Все, нормально. Теперь можем и сюда телепортироваться. Это круто. Насчет наемников. Брэдли обманывает рабов. Я знаю. Рабы платят золотом, чтобы попасть в обменные списки. А Брэдли это золото отдает мне. Ты уверен, что получаешь все без остатка? Да нет, не уверен. Мне нужно увидеть этот список. А, сейчас мы заберем этот список. Своими... Стоп, может быть... Но это будет палево, поэтому надо заюзать на него заклинание и... Чтоб он напал на меня. Блин, а я его снял, это плохо. Ой, блин, места вообще нету для... А ну хотя вот как раз, я думаю, это будет... Где магия? Магия. Оп, вот так вот будет, окей. А... Раб Леон снова работает в храме. Хорошо. Деннис считает, что не следует заставлять рабов так много работать. Чертов умник. Пусть тогда попробует сам поработать. Все равно. Спасибо тебе. Вот твое вознаграждение. Угу. Ну, сейчас мы займемся делишками веселыми. Полежит немножко, очухается. Блин, чё ж они так тебе начали успевать иногда бить? Так, меч, костяной щит. Недешевая вещичка, так что окей. Забираем список, идем. Насчет наемников. Вот список рабов, составленный Брэдли. Ну, у нас 75 есть репутация. Вроде бы все в порядке. Да, похоже, Брэдли все делает честно. Вот, за твое усердие. Лучше всего верни Брэдли список прямо сейчас. Ну,
В чем проблема? Ты его просто украл, так что? Да, приятель, это уже твоя проблема. Но это не страшно. Он в целом нас бить не будет. Держи свой список рабов. Что? Ты рылся в моих вещах? Я спущу с тебя шкуру за это. Теперь твой список снова у тебя. Не делай этого больше. Или пожалеешь. Окей, окей. Ну вот, все хорошо. Теперь можно призвать демона и повеселить. Сколько у нас маны сейчас? Как раз 90. Хе-хе. Чтобы я не уверен, что оно так работает, поэтому надо отойти из города, а то они увидят, что я призвал, и начнется. Мне вообще надо вот этих вот стражников лагеря рабов, чтоб убили. Ну, или мы, или кто-то, но если мы начнем убивать, они же... Ведь город на нас ополчится. Но я знаю, если использовать демона... то они будут атаковать демона, а мы так, типа не при делах, и это супер. Но зато и проверим, что полетела птичка. Я долго копил на это. Ну что, демон, неплохо выглядишь, пошли. Ну как, ребята, дела? Да, именно она. Ну что, сейчас получите немножко. Вот жесть. Сейчас тут всех убьют. Да. Ну, ждать, конечно, наверняка придется долго. А еще круто, что этот демон на горочке. Если он будет скатываться, может, я смогу у него забрать его светящийся круто. Куда улетел его меч? Почему он теперь стоит? А, он его призывает, я не знаю. Что в тебе есть, раб? Ну и как он наносит урон? Не так, чтобы сильно. Но, с другой стороны... Еще есть забавное заклинание же, если пойти в ученики Белиара, армия тьмы. Ну, я думаю, что оно забавное, на самом деле не знаю. Ой. Уйти, что ли? Все равно тут скучно как-то. Или грибы поесть. Убили. Убили моего демона. О, я могу с посохом так ходить. Интересно. Ну, покоцало, конечно, их немного. И что, это ж очень долго ждать, чтобы каждого так коцало. Ну, хотя помогать он будет, конечно. Тут больше рабы огребли. Ладно, пойду я в главный. Главную цитадель. Ты не хочешь просто пройти мимо меня, а? Почему нет? Ты пустишь меня в крепость? Да, только веди себя смирно. Ребята там тренируются и не любят, когда им в этом мешают. Понимаю. Что находится? Так, я не хочу знать, что там. Там ничего интересного, по-моему. У кого-то тут была пара заданий, точно помню. И все, что я делал. Эй, ты куда? Я хочу здесь немножко оглядеться. Оглядываться будешь в квартале рабов, парень. Либо ты здесь учишься владеть оружием, либо проваливаешь отсюда немедленно. Здесь занимаются делом, понял? Да хоть ты мне на нервы не действуй.
Ты разговариваешь с военачальником орков. Ты что, считаешь себя важной птицей? Готов биться об заклад, что у тебя еще ни разу не было по-настоящему опасного задания. Ну ладно, что я могу для тебя сделать? Один из своих людей отлынивает от работы. Сильный воин, но он решил, что может почивать на своих военных лаврах. Но пока нам досаждают повстанцы, никто не должен сидеть сложа руки. Я приведу орка на работу во двор крепости. Ха-ха! Любопытно будет посмотреть. Его зовут Фоллик. Он спрятался где-то в крепости. Фоллик вроде вот в этой башне на самом верху. Ну или в одной из таких башен, не знаю. Высоко, в общем-то. Так, больше тут что-то вроде никого и не было, что ли, не помню. Я ничего не продаю, Мора. Я работаю на начальника наемников Марика. Если бы это зависело от меня, я бы отправил все наемничье отродье в рудники Годны. Говори, что тебе нужно, не трать зря мое время. У тебя тут настоящий оружейный склад. У меня только отменные товары, Мора. Ничего здесь не перепутай, иначе я отрублю тебе пальцы, понял? Тебе нужно еще что-нибудь? Добудь старое оружие. Я отдам его в кузницу, чтобы его подновили. Думаю, 20 связок оружия на первое время будет достаточно. Да, так чуть-чуть. Где можно найти оружие? Повстанцы сражаются с таким старьем. Ты найдешь старое оружие там, где есть повстанцы. Покажи. Ну, старое оружие я ему пока отдавать не буду, все же. У нас его мало, и мало ли где-то его нужно будет меньше. Да, мы отдадим вот щит, я ему отдам. Заработаю немножко. Уже 5000 есть, хорошо. Так, ну проверим, что у нас тут по закоулкам. В целом, наверное, ничего, но... Тут этот главный варик. Еще один вонючий морра. Кто, черт подери, впустил тебя сюда? Твой вид раздражает меня, Мора. В чем твоя проблема? Твой трусливый народ пока что доставляет мне лишь неприятности. Повстанцы короля попрятались в пещерах и лесах и нападают преимущественно из-под тишка. Открытого боя они избегают. Несметное количество мужчин твоего народа сражаются и работают на наше дело. Вы сражаетесь на арене в качестве наемников и порабощаете свой собственный народ. Я могу лишь глубоко презирать это. Окей. Как дела с раскопками? Наши всеобъемлющие поиски священных артефактов не должны интересовать тебя, Морра. Для тебя было бы лучше направить свое внимание на обеспечение безопасности города. Если бы не наемники, этот город бы рухнул. Не будь таким заносчивым, Морра. Вы должны быть обязаны нашей доброжелательности, что вам позволено жить дальше. Кажется, некоторый опыт с повстанцами ты уже получил. Разумеется. Они только и поджидают возле городских ворот, когда смогут отвоевать город. Бесчисленное количество раз мы разбивали их позиции, но они снова восстанавливают их. До меня дошли слухи, что они получают снабжение из крупного повстанческого лагеря Акары.
Я бы с удовольствием разорил это гнездо, если бы знал, где оно находится. Что ты знаешь о Ксардосе? Более важный вопрос. Почему носитель власти Белиара так интересует тебя? Я знаком с ним. Это утверждают многие, но лишь единицы видели его на самом деле. Просто скажи мне, где найти Ксардоса. Если ты так хорошо с ним знаком, то ты должен знать, где он с удовольствием останавливается. В сокровенном месте, вдали от всего мирского, он воздвиг себе башню. И твоя нога никогда не ступит туда, Морра. Что ты знаешь о священных артефактах? Ты задаешь слишком много вопросов о вещах, не касающихся тебя. Даже если бы я был знаком с силой реликвии древнего народа, я бы не стал делиться ею с наемником. Так, ну задание я бы мог ликвидировать, мы брать не будем, но... Сейчас поднимемся наверх, выполним тут задание одно, и можно телепортироваться назад в город. Этот, как его, Гельдерн, и там уже смотреть, что дальше делать, потому что тут делать нечего. Просто зайти сюда, чтобы ничего не делать, это круто. Ну, одно задание это все же, ну два, ладно. Только одно мы не будем выполнять. Так, что-то я не туда пришел. Что ж, бывает. Да, вот она, башня, чуть промахнулся. Ух, ну поехали. Убирайся из моей башни. Ты взял башню в аренду? Можешь высказываться перед дураками на арене. Я с тебя шкуру спущу, если ты не исчезнешь сейчас же. Мы здесь одни, покажи-ка, что ты можешь. Ну ладно, ты сам этого хотел. Никто не может. Главное, чтобы меч не улетел вниз. А левел так еще и не... Ну, 1000 осталось, да. Ну, вставай быстрее, надо же квест выполнить в конце-то концов. Ну хорошо, ты меня побил. И что из этого? Тебя уже ищут. Ты должен быть во дворе крепости. И что, если меня там не будет? Спускайся сейчас же во двор, или я сам тебя спущу. Я пошел. Левел. Но больше ко мне не приставай, понял? Круто, круто. Левел это круто. Сейчас еще к тому сходим, наверное, 500 каких опыта даст. С сегодняшнего дня Фолик будет являться в крепость для несения службы. Смотри-ка ты, а ведь Фолик крепкий орешек. Неплохо для Морра. Совсем неплохо. Такие, как ты, могут нам весьма пригодиться. Если хочешь, можешь еще немного потренироваться у меня. Да, 500 опыта. Но все, можно перемещаться отсюда в... Где это? Гельдерн, вот он. Две руны есть. Полетели. Так, ну что ж, игра вылетела, но
радует то, что мы все закончили, что нужно было. Так что увидимся в следующей части. А пока всем спасибо за просмотр. Удачи, пока, увидимся.